Накануне в Казани прошла торжественная церемония закрытия игр будущего, где казахстанская сборная по Counter-Strike 2 и лазертагу заняла первое место, забрав главный приз в размере 175 000 долларов. Первый международный фиджитал-турнир проходил 2 недели. Напомню, Казахстан представили 48 игроков по 13 дисциплинам. Как прошел первый мультиспортивный турнир, смотрите в нашем материале. Игры будущего, соревнования на стыке виртуального и реального миров закончился. В них по 21 направлению участвовали больше 260 команд со всего мира. Все участники разных возрастов, от школьников до пенсионеров. Цель у всех была одна – выиграть главный приз. Удалось оно, конечно, не всем. Но казахстанская команда X-GAT по Counter-Strike 2 и лазертагу показала лучший результат, одержав победу над российской командой в финале. За первое место казахстанцы получили существенный приз – 175 000 долларов. К слову, мультиспортивный турнир был в новинку не только для зрителя, но и даже для некоторых участников. Команда по виртуальной велогонке в соревнованиях такого формата участвовала впервые, но планирует на этом не останавливаться. Мы гоняемся по шоссе, международные гонки ездим. А туда нас пригласили, да, вот именно вот посоревноваться на станках. И у нас это первый, можно сказать, такой выезд был. Шоссейный велоспорт, да, вот по улицам, он более как бы реальный, конечно, и есть свои тактики и методики. А вот команда «Аспан» представляла Казахстан по дисциплине «Гонка дронов». Среди соперников были самые настоящие звезды, говорит менеджер сборной. Но несмотря на это, нашим удалось показать неплохие результаты. Команда была собрана, получается, из новоиспеченных пилотов. У нас состоит из трех пилотов. Два пилота – это школьники, и один пилот – Владислав Казиев. Мы попали в группу смерти, так, да, его обозначили, так как там были двукратные чемпионы России, чемпионы Турции, Европы, турецкие наши коллеги, и чемпион мира из Южной Кореи. Вот. Из этой группы нам удалось выйти в полуфинал, но в полуфинале нам чуть везения не хватило, и мы не смогли пройти финал. И в общем рейтинге мы завершили на 6-м месте. Игры будущего – это только начало, говорят пилоты дронов. В ближайшее время они готовятся сразиться на других международных площадках. С технической стороны нас ничего не подвело. Дроны летели идеально. Крупных в Турции мы уже начинаем готовиться к ним. Технический регламент немножко изменится, в отличие от того, что был на играх будущего. Нужно будет под технический регламент готовить новые спортивные болиды. Нужно будет по-другому, это другая будет совершенно дисциплина, по-другому будет проходить подготовка. Также главный приз в дисциплине Warface сумела забрать команда Алима Рахметова, выиграв 87 000 долларов. А в игре стендов первое место выиграла казахстанская сборная «Абсолют», заработав также 87 000 долларов. Но самое главное, что следующие игры могут пройти в нашей стране. Такую инициативу выдвинул глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кунсая Курмет, Асылбек Куспанов, Жбек Жолы.